Доброго времени суток, друзья. 29 августа, город Днепр. И с вами, как всегда, я, Александр. Сегодня немножко позже ролик у меня. В связи с тем, что Саша мотается тут по городу. Вот, и могу сказать, что без кондиционера передвигаться очень тяжело. И это правда. На самом деле, сегодня жаркий, теплый день будет, я так понимаю. Саше уже жарко. Если бы не кондер, то было бы плохо. Было бы очень жарко. Друзья, ночь прошла спокойно в городе. Слава Богу, я этому рад. Спал как убитый. Вот, благо находимся в таком месте, что сирену не сильно слышно. Хотя они есть, были. И вечером, и с утра были сирены. Но, слава Богу, прилетов каких-то в городе именно Днепр я не слышал, не видел. В телеграм-каналах все тихо, спокойно. Поэтому я этому рад. Надеюсь, что так будет и дальше, и днем, и вечером, и ночью, и завтра, и все время будет хорошо. Я уже не дождусь, когда это все наступит, этот момент, когда можно расслабиться и понимать, что можно дальше развиваться, двигаться и не переживать, что что-то может прилететь там и так далее. Так что вот такие вот дела, друзья. По городу вам скажу, что движение как обычно. Возможно, местами где-то меньше машин, возможно, где-то больше, смотря какой участок, да, в целом. Но в основном жизнь идет своим чередом в городе. Все мотаются, бензин есть. На некоторых заправках даже он слегка дешевеет. Вот. То есть проблем с топливом абсолютно нет, я не вижу. Главное, чтобы оно не подорожало, это так точно. Доллар на месте. Так, уже впихиваю в этот ролик все. Доллар на месте 41.50, 41, 41.60. Ну, кто где как. Смотря какое место, да. Одно, что плохо, конечно, что вывесок нету. Ты, проезжая, не можешь узнать сразу. Только нужно заходить и смотреть. Там на окошке будет написано, какой курс на сегодняшний день. Ну что ж, друзья, хочу пожелать вам хорошего дня, вечера, ночи, кто откуда смотрит. Вот, и пожелать всем вам тишины, спокойствия, мира, любви, достатка, чтобы у нас все было хорошо. И обязательно так оно и будет. Саша в это верит, надеется. Предчувствия у меня хорошие, поэтому... А меня предчувствие еще не подводило. Поэтому, друзья, все будет хорошо. Это я вам даю свой прогноз 100%. Всем пока, всем на связи. С вами был Александр. Пишите комментарии, поддержите канал лайком. Ну и подписывайтесь на канал, кому интересно знать последние новости. Именно с города Днепр, друзья. Всем пока, а я погнал дальше. Нас еще ждут большие дела.